клубе, ну и после этого вернулся уже обратно в Швецию. Играл за Линчопинг 2 года, после чего 2-0. А вот здесь Рюнас сплоховал. Шайба просто выскочила у него из ловушки и за спиной упала в сетку. Белокостиков бросал не Эштон. Показывает нам Картера Эштона, новичка норвежской команды. Да, Эштон бросил с разворота. Ну, конечно, можно сказать.